Все, смотри, какая красота. Ты что делаешь там? Вообще-то я в игры играю. Деньги так зарабатываю. И что, много зарабатываешь? Ну, за игру рублей там по 100, вот так где-то. Нифига, можно мне с тобой? Конечно. На. Кстати, если вы хотите зарабатывать, просто играя в игры, смотрите видос, сейчас все расскажу. Привет, сейчас я вам покажу целую кучу приложений, которые вам платят просто за то, что вы играете в игры. Причем реально, с некоторых приложений можно поднимать по 50, по 100 рублей всего лишь за одну игру. И таким образом за день зарабатывать по 400, 500 и даже по 600 рублей. Я уверен, вы такого еще никогда не видели. Поэтому за такой эксклюзивный контент лайк ставим. И начинаем. Итак, первое приложение называется Game. В этом приложении есть огромное количество простых игр. Выполняя в них задания, вы получаете за это вот такие вот желтые билетики. За эти билеты можно получить реальные деньги, но об этом чуть позже. Смотрите, в каждых таких вот играх есть простенькие задания. Вы их вот выполняете и получаете определенное количество билетов. Вот, например, тут нужно выжить 20 секунд, здесь набрать 570 очков. Соответственно, вот выбираем первую игру, начинаем играть. Здесь, соответственно, игры супер простые, справится абсолютно любой из вас. Поэтому играем, набираем необходимое количество очков и получаем билеты. Ну или вот, например, выполните все эти три задания за час и получите еще на халяву 120 билетов. В чем суть этих билетов? Набирая 1000 билетов, вы автоматически принимаете участие в розыгрыше, который здесь происходит каждый день. И смотрите, на данный момент, вот сегодня здесь разыгрывается $186, то есть это около 15 тысяч рублей. Чем больше у вас билетов, тем больше шансов победить. Вот, допустим, тут человечек вот. В прошлом конкурсе набрал 1000 билетов, занял рандомно первое место, получил $5. Этот занял второе место, $4. Вообще на халяву. Также тут можно стирать вот такие вот карточки, и за то, что вы их стираете, вам выдается вот такой вот номер. Потом происходит розыгрыш, и если выпадает такой номер, вы получаете свое вознаграждение. Здесь вот $5. Здесь можно выиграть вообще $1000, то есть это 70 тысяч рублей. Можно выиграть, естественно, меньше, если повезло меньше, но в любом случае практически каждый, кто участвует, получает хотя бы какую-то монетку. И участвовать в таких конкурсах – это первый способ заработка. Также тут можно зарабатывать этим. Реальные деньги. Их можно получать просто крутя вот такое вот колесо. Крутануть колесо можно несколько раз в день, но также получать попытки можно за просмотр рекламы. Выпасть может все что угодно, хоть билетики, хоть целый доллар на баланс, то есть 75 рублей. Вот нажимаем крутить, ждем. И нам выпало 36 билетов. И можно получить еще 2 попытки, посмотрев рекламку. Мне вот здесь сегодня выпало 35 центов, это примерно 30 рублей на халяву. Таким образом, играете и получаете билеты, за которые получаете денежные призы в конкурсах. Либо крутите колесо и получаете сразу деньги на свой баланс. Минимум тут можно вывести $10, вывести можно на любую банковскую карту и на PayPal. Заработать эти 10 баксов можно буквально за 2 дня, но мы идем дальше. Далее расположилось приложение Play and Earn. Тут все проще и прибыльней. Тут уже не надо участвовать в конкурсах. Тут вам сразу платят деньги за каждую игру. Смотрите, тут есть несколько вот таких вот простых игр. Выбираете любое и выполняете необходимое задание. Давайте выберем, допустим, эту. И смотрите, тут за 30 секунд нам нужно лопнуть вот так вот 30 шаров. Давайте я это сейчас быстренько и сделаю. Все, я, соответственно, задание выполнил. Смотрим рекламку, и все, за это нам, соответственно, дали несколько монет на баланс, которые, соответственно, мы можем обменять на реальные деньги и вывести. Таких игр тут много, и каждый день они обновляются, но это еще не все. Также, запуская это приложение каждый день, вам на халяву будут выдаваться бонус в виде монет. Вот, запустив на первый день, одна монетка, на второй две монетки, на третий четыре монетки и так далее. Также тут есть сундуки, из которых вам может выпасть все что угодно. Этот открывается каждые 4 часа, этот каждые 6. Вот, допустим, нажимаем открыть, и нам на халяву выпало 3 монеты. То есть тут выпадают реальные деньги на баланс, тут нет никаких билетов. Как видим, платят нам сразу в монетах, 119 таких монет. Это 1 цент, то есть приблизительно 80 копеек. Когда вы накапливаете 119 таких монеток, вы нажимаете «Конверт», и деньги конвертируются в реальные деньги. И вывести эти заработанные деньги вы можете на ваш PayPal. Но не переживаем, в конце видео я вам покажу, как зарегистрироваться в PayPal, даже если он недоступен в вашей стране и вам нет 18 лет. А также покажу, как с него вывести на любую банковскую карту, либо на Kiwi кошелек. Ну а пока идем к следующему приложению. Далее я решил поставить очень похожее приложение Giveu. Здесь все точно так же, как в предыдущем. Даже, как видите, похож дизайн. Вы играете в игры, которые вам выдают,
создаются, выполняете там простые задания и за это получаете монеты. Также тут есть сундуки и бонусы за то, что вы заходите каждый день. И курс монеток тут тоже точно такой же. 119 монет, 1 цент. Я посчитал, 11 тысяч монет это 1 доллар, то есть примерно 75 рублей. Но вы, как видите, тут за каждую игру платят по несколько десятков, вон за некоторые задания даже по несколько сотен монет. В общем, в день можно поднимать по 100, по 150 рублей в легкую, ну и вывод тут такой же, как в предыдущем приложении, поэтому не будем на нем заострять внимание, идем дальше. Дальше расположилось топовое приложение MoneyVell. Это приложение позволяет зарабатывать, я бы сказал, на полном пассиве. Смотрите, в чем суть. Ваша задача скачать любое из представленных приложений. Вы его скачиваете, и за каждую минуту, проведенную в нем, вам платят деньги. Вот смотрите, за минуту, проведенную в этом приложении, платят 24 монетки. За эту тоже 24, здесь 12 монет. Но фишка в том, что в этих приложениях не надо ничего делать. Вы их можете просто установить, запустить, оставить телефон, и деньги каждую минуту будут капать к вам на баланс. Вот давайте я вам покажу. Просто переходим на это приложение, нажимаем «Начать играть», в «Магазин». Нас переносит в Google Play, мы нажимаем «Установить». Запускаем эту игру или что это тут скачалось. И все, даже не обязательно играть. Вы можете просто положить телефон, и каждую минуту будут капать деньги. Вот смотрите, я просто тут поиграл пока, и мне вот прошла минута, 24 монетки зачислили. И, соответственно, таким образом, каждую следующую минуту деньги будут на полном пассиве вам капать. Вообще не обязательно там играть и что-то кликать. Все установленные приложения содержатся во вкладке «Мои приложения». Поэтому позарабатывали в одном, решили позарабатывать, допустим, в другом, зашли сюда, через это же приложение запустили его и пошли зарабатывать дальше. Кстати, если вы, друзья, установите это приложение по моей ссылочке, которая есть в закрепленном комментарии, то вы будете получать по 25% от всех мною лично заработанных монеток. А я сейчас буду тут сидеть практически каждый день, так что регайтесь и получайте халяву. И еще, смотрите, в самом начале вам зарегистрируют. Регистрацию дают 4444 монеты. Вывести все эти заработанные деньги можно на PayPal кошелек от 5000 монет. 5000 монет это 50 центов, то есть примерно 40 рублей. И получается, вам за регистрацию дают 4000 монет, это приблизительно 35 рублей на баланс просто на халяву. А установив всего лишь одно приложение и держа его вот так вот открытым, допустим, весь день, можно получать по 150, по 200 рублей в сутки. Это очень круто. Ну а мы бежим дальше. Дальше у нас практически точно такое же приложение, но только оно более прибыльное. Называется CashMall. Также устанавливаете приложение, запускаете и получаете деньги на пассиве. Но смотрите, платят тут в разы больше. Если в предыдущем приложении платили по 20-40 монеток за одну минуту, здесь платят 111 монет всего лишь за одну минуту. С таким запущенным приложением можно в легкую поднимать рублей по 200 в день, это точно. При этом также, как видите, вот выдают бонус 4444 монеты. И как только набираете 5000 монет, у вас, соответственно, открывается выплата. Ну а теперь давайте отвечу на главные вопросы по поводу PayPal. Вчера я на канале провел голосование и узнал ваши главные проблемы по поводу PayPal. Многие указали, что не могут зарегистрироваться, потому что вам, допустим, нет 18 лет. Но на самом деле, чтобы зарегистрироваться в PayPal, не нужно, чтобы вам было 18 лет, главное, чтобы у вас был паспорт. А если паспорта нет, то зарегистрируйте кошелек на своих родственников. Это все максимально безопасно. Также многие говорили, что PayPal недоступен в вашей стране. Но на самом деле, PayPal доступен почти во всех странах мира. И чтобы все было хорошо при регистрации, вам нужно выбрать вашу страну заранее. Для этого на главной странице сайта спускаемся в самый низ, нажимаем на флажок и выбираем здесь вашу страну. Как видите, стран реально очень много. Можно выбрать вон там Украину, Белоруссию, Азербайджан, в общем, любую страну. А также с самого PayPal можно вывести деньги на виртуальную карту Kiwi, то есть прямо на ваш Kiwi кошелек. Создать и выпустить эту карту можно вообще в любой стране. И о том, как такую карту добавить в свой PayPal, есть подробное видео от одного блогера. Ссылку на него я оставлю в описании. На этом видос подошел к концу. Такие классные приложения. Ссылки на них будут в закрепленном комментарии. Поэтому не стесняемся, скачиваем, регистрируем PayPal. Вообще ничего сложного в нем нету, поэтому... Не боимся, зарабатываем, наслаждаемся, ставим лайк под этот ролик и, конечно же, подписываемся на канал и кликаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие не менее топовые выпуски. С вами был Мастерингу, всем удачи, пока!